Астане открыли фотовыставку в преддверии Олимпийских игр в Париже. Посвятили ее гандиспорту. Наш корреспондент Гульдана Калена уже увидела портреты казахстанских и французских параспортсменов. Атырауский мост – одно из излюбленных мест жителей и гостей столицы. Поэтому здесь развернули фотовыставку, посвященную паралимпийцам. К слову, защищать честь Казахстана на играх четырехлетия в Париж отправятся 32 наших параспортсмена, в их числе чемпионка Азии по пара-каноэ Жанел Балтабаева. Я на двух олимпиадах участвовала. Хорошие результаты у меня были. И честь то, что представляла Казахстан. Выставка состоит из двух частей. В первой представлены портреты параспортсменов, во второй – атлеты в движении. Всего 50 фотографий. К сожалению, паралимпийские спортсмены часто остаются в тени. Мы хотели именно посвятить эту выставку этим спортсменам, чтобы им дать честь. Данное мероприятие проходит впервые в таком масштабе. И я думаю, что население нашей страны будет знать своих героев, что называется, в лицо. Выставка будет открыта в течение месяца. Организовали ее совместно посольство Франции, Национальный паралимпийский комитет, Акимат Астаны и Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями. Меня так поражает, во-первых, как классно и как здорово фотографы передали всю эмоцию всех спортсменов. А во-вторых, сами спортсмены, они такие удивительные, в их глазах ощущается такая сила, такая мощь. В предыдущих паралимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены завоевали 5 медалей. Настрой на предстоящий – боевой. Ульяна Хален, Ержан Рахманбердиев, 24 КЗ.